Ирине Скопцевой тоже достался великий муж. Только заполучив Сергея Бондарчука, она почти ничего у него не сыграла. Ее карьера в кино начиналась удачно и без Бондарчука. Ирочка Скопцева в школе-студии МХАТ была одной из самых способных учениц. Ирина легко получила главную роль Дездемоны. А на Отелло уже был кандидат Сергей Бондарчук. Народный артист не устоял перед пылом влюбленной дебютантки. После съемок между Ириной и Сергеем вспыхнул тайный роман. По Мосфильму пошли слухи о левой связи народного артиста. Скопцеву окрестили разлучницей. Ведь у ее любовника есть законная жена, известная актриса Инна Макарова, и маленькая дочь. Несмотря на сплетни, в жизни Скопцевой началась светлая полоса. Режиссеры вступили в негласное соревнование. У кого красивая актриса сыграет в следующий раз? Но Скопцева вновь снялась с Бондарчуком.